Добрый день, друзья. Сегодня вечер, и мы едем к Полине в старшую школу. Я знаю, что такие видео обычно не заходят, но я хочу, наверное, больше его снять для себя, ну, на память. Сегодня у нас, в нашей семье очень важное событие, одно из важных событий в нашей жизни. Сегодня выпускной в школе у нашей Полины. Но не тот выпускной, о котором вы могли бы подумать, выпускной для спортсменов. В конце сезона в Америке есть такая традиция, устраивают senior night для школьников, которые заканчивают этот учебный год, спортсмены. Сегодня настал день для senior night для нашей волейбольной команды. Из 12 человек у нас в этом учебном году выпускается 8 детей. Вот. Для меня это очень тяжелое событие, тяжело. Я воспринимаю, наверное, потому что мне тяжело принять, что мой ребенок вырос, что надо будет через полгода вообще отпустить в колледж, взрослую жизнь. У нас были очень счастливые 12 лет этих учебных. Было здорово, активно участвовали в жизни ребенка и в ее карьере спортивной и учебной. У нас большая молодец, наверное, поэтому и тяжело отпускать. Ну ничего, как-нибудь переживем это. Сегодня она сказала главную вещь для меня, сказала: мама, сегодня мой день. И я поняла, что надо оставить свой эгоизм, забыть про него. И сегодня действительно день Полины. Я вам обязательно сниму, покажу, как проходит этот день. Как проходит этот вечер. Их будут поздравлять, у них будет такая праздничная игра с соседней школой. Форма одежды полностью белая, у меня вот такая толстовка с символикой нашей школы. Папа у нас тоже в белом свитере с надписью, с названием нашей школы. И пробую вам снять, показать, как пройдет это важное событие в нашей жизни. Мы пришли в школу. Сейчас обычно при входе в спортивный зал украшают всегда красиво в этот день проход и сам зал. Сейчас я вам покажу, как все. Извините меня, сегодня речь у меня спутана, потому что я очень сильно волнуюсь. Hi. Вот так вот выглядит зал. Здесь плакаты, поздравляющие тех синьоров, которые выпускаются в этом году, в том числе и Полина. Тоже сейчас надо будет посмотреть. Это наша команда, команда, которая с соседней школы, и в белой форме это наша команда, которая будет сегодня играть. А здесь трибуны и родители, группа поддержки, которые хотят поддержать Полину. Но не только Полину, я так сказала, потому что всю нашу команду, всех наших игроков. Вот вся наша команда. Сейчас наша команда поздравляет выпускным команду другой школы. Дарят им цветы. Это наша Аня. Фотография на память. Let's go, Max! Это наша Джелли. Данусь поздравляет. Боже, я сейчас обливаюсь уже все. Хорошо, переведу вас. Начинается игра для выпускников с этой командой. Я
хочешь возьму мою карточку, если ты что-нибудь. Давай. Вот так вот украсили зал. Это наша Хелли. Это наша Аня. Вот. Здесь тоже. Это вот все выпускники, которые будут в этом году выпускаться в нашем золотой состав. А с этой стороны зала у нас вот такие вот плакаты сделали для наших синьоров. Это плакат, посвященный нашей Полине. Здесь Мади. Здесь даже сам Мади с Габи вместе поставили. Да, они с детства дружат, поэтому их даже здесь поставили вместе. Здесь Аня наша. Красиво тоже сделали. Габи. Вот эта темненькая девочка, которая здесь на плакате. И Эйва, номер 18, тоже. Класс 24. Это всегда пишут на футболках и на плакатах, когда школьник будет выпускаться. Вот, Senior Night. Наша Highlanders – это название нашей школы, как девиз нашей школы. Мади 32. Это там тоже светленькая. Здесь Габи, Эври, Сэм и Хелли. Вот такой вот зал. Все. Праздник закончился. Теперь будем готовиться к настоящему выпускному летом. Ну вот такой вот стол у нас ожидал дома. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Спасибо за комментарии, за то, что смотрите. До новых видео. Пока.